Цирк – это всегда праздник, а легендарный цирк Юрия Никулина – праздник вдвойне. Представление составлено из нестандартных номеров. Ничего похожего армавирцы раньше не видели. Мастерство артистов впечатляет, а выступления зрелищные, как в театре. На арене выступают акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, велофигуристы. Каждый из номеров интересный и неожиданный. И это еще не все сюрпризы. У нас работают замечательные животные, достаточно редкие для цирка. Это яки. У нас работают рыси, у нас работает олень. Это те животные, которых очень редко встретишь вообще в цирках. В программе два конных номера, что редко встречается в шапито. Высшая школа верховой езды поразит даже знатоков. Есть очаровательный номер с пони. Многие малыши впервые увидели дрессированных дикобразов. А выступления кошек, собак, попугаев, рыси, оленя и тибетских яков никого не оставили равнодушным. Очень замечательно, дети в восторге. Очень понравилось выступление на полотнах, когда гимнастка переворачивалась, очень завораживаюсь. Я люблю очень цирк. Я прозвучал первый звонок. И поэтому прихожу сюда. Мне понравилась воздушная гимнастка. Она красиво летала. Я так устал прийти в этот цирк. Выходите все сюда. Цирк расположен в микрорайоне Черемушки в парке «Сфинксы» по Новороссийской. Гастроли пройдут до 20 октября, представления по субботам и воскресеньям. Билеты обязательно покупайте заранее, их разбирают задолго до начала. Влада Волошина, Евгений Холманских, служба информации телеканала РЕН-ТВ «Армавир».